Защитник Павловской академии спорта Илья Перевозчиков. Илья, прокомментируй матч. Какой была задача и что не получилось? Задача была выиграть. Игра была сложная. Владели инициативой, забить не смогли, к сожалению. А нам залетело. Увы, такое бывает. А в целом, почему не получилось полная реализация? На этапе реализации? Не могу сказать. Мастерства. Не хватает его. Везение. И везение тоже. Ладно, какой настрой на завтрашний матч с Юпу? Только боевой, только победа. Другого нельзя.